Друзья мои, всем привет, с вами Некит, и сегодня мы продолжаем играть на родине РП Центральный Округ. Вот эти ребята попадают в сегодняшний выпуск, спасибо огромное, что пишете комментарии, друзья. Также, пожалуйста, не забывайте регистрироваться на вот этот вот ник, вы получаете денежку, друзья, от меня лично и еще и от системы. Это первые будут 500 000 ваши, как только вы получаете третий уровень, друзья. Первым делом, это вы получаете 500 000 за регистрацию на нике, друзья. Второе, вы вводите вот этот вот промокод и получаете денежки, во-первых, от системы, друзья, 100 тысяч, и еще и от меня, друзья, 400 тысяч. Это у вас уже будет 1 000 000, друзья. Суть того, что я не собираюсь обманывать ни одного своего подписчика, друзья. Вы ввели ему промокод, я вижу, что вы его ввели, друзья, давайте посмотрим. Вот, нажимаем промокод, выбрать, и вот, друзья, ввели 4 человека. Я нажимаю на них, вижу, кто, друзья, их ввел, и просто отдаю им денежки, друзья. Или вы можете написать мне, друзья, ВКонтакте, либо под видосиком, что я ввел твой промик, посмотри, мне нужны бабки. Я приезжаю, без проблем даю лавешечку, друзья, и все будет просто замечательно. Друзья, смотрите, 1 000 000 у вас уже, грубо говоря, есть. И всех волнует вопрос, как заработать деньги на Центральном округе, потому что многие уже столько способов поперевертели, друзья. Смотрите, ребят, все помнят, я снимал ролик про то, как заработать на ферме, друзья. И дело все в том, что сейчас там цены упали в том плане, чтобы взять, друзья, и спокойненько продать их прямо на том месте, где вы покупаете сами, друзья, грабли вот эти вот. Дело в чем, друзья, смотрите. Грабли сами стоят 5000, друзья, вы приезжаете, покупаете их за 5000, да. Но, друзья, дело в чем, смотрите, там сейчас цены раньше было по 600, по 700 ты продаешь, лен по 600, а хлопок по 700. Сейчас же, друзья, там цены совсем маленькие, что-то 350-400, по-моему, рублей всего лишь навсего за штуку, друзья. Это очень мало на самом-то деле. Смотрите, друзья, сейчас лен и хлопок вы можете продать на центральном рынке по 10, по 15 тысяч за штуку, друзья. Люди его скупают, потому что все строят, друзья, и фермы строят свои личные, друзья, и что-то там добывают, что-то, какие-то ресурсы, друзья, и много скупщиков реально скупают лен, друзья, и скупают, в общем-то, хлопок на центральном рынке. Смотрите, друзья, давайте покажу, в принципе, что вы сегодня должны будете делать, чтобы заработать бабки, друзья. Не забывайте, ник и промокод вводите, друзья, и лимончик зелени у вас, друзья, уже имеется. Итак, ребята, я ставлю, давайте, style control, это моя машина, вон она, вторая моя машина, друзья, и не забывайте, что вот эту вот, друзья, машинку, которую вы видите сейчас на экране, мы ее с вами, друзья, разыгрываем. Пожалуйста, не забывайте это, друзья, потому что в группе ВКонтакте розыгрыш идет, и все, друзья, просто замечательно. Так, вот так вот я вот делаю, ой, красотень, ой, красотень, ой, шикарно. Едем, друзья, на ферму и начинаем зарабатывать первый хлопок, друзья, и свое первое, так скажем, первый лен, друзья, первые денежки мы должны с вами заработать очень быстро. Так, у меня провисает, друзья, у всех здесь провисает, я уже спрашивал, поэтому все нормально, все адекватно. Так, отлично. Ферма, друзья, находится, в принципе, не сильно далеко, поэтому все нормально, друзья. Также, кстати, не забывайте, мы можем вас, друзья, принять в кавказскую мафию, друзья. Как видите, сейчас Грива Максим, Грива, еще один Максим, один тот же. Пишет, друзья, то есть у вас будет организационная выплата каждый payday, друзья, по 20 тысяч. Поле льна, поле хлопка, друзья, вот, пожалуйста. Смотрите, ребят, вы подъезжаете, вот, пожалуйста, вот сюда вот. Глушите движок, друзья, выходите из машины и подходите к вот этому квестовому персонажу, к Федьке, друзья, смотрите. Видите, друзья, да, кстати, цены маленечко подняли здесь на хлопок, смотрите. Вы можете продать хлопок за 626 рублей за штуку. Давайте, в принципе, друзья, покажу, как все это дело работает. Вы покупаете у данного персонажа, друзья, грабли за 5000 рублей, подходите и начинаете просто потихонечку все это дело собирать. На самом деле, друзья, работа очень выгодная. Но, друзья, хочу вам напомнить, что цены всегда меняются, друзья. На хлопок могут поставить цену, как раньше было, помню, 320 рублей, например. То есть это все меняется, друзья, это все могут реально убирать. Поэтому не забывайте, пожалуйста, не всегда стоит продавать хлопок именно, друзья, вот здесь. Это я вам серьезно говорю, как игрок, который давно уже играет на родине РП. Поэтому, друзья, если цена меньше 400 рублей, друзья, просто идите, пожалуйста, ребята, и продавайте на центральном рынке. Потому что скупают реально очень много народу, скупают хлопок и скупают, друзья, лёд. Потому что делают свою ферму, делают, друзья, также в подвале химичат, короче, друзья, все это делаем, там пригодится. Поэтому, пожалуйста, не забывайте это, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь. Давайте сейчас посмотрим, я вот сейчас еще одну, друзья, вот эту соберу штучку, друзья. И все вот эти 10 штучек, и посмотрим, сколько денег можно здесь реально поднять. То есть по 600 штук, друзья, это получается, смотрите, если сейчас я, если я не сомневаюсь, если я не ошибаюсь, 626 это за 10 штук 6200, друзья. Смотрите, 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 друзья, смотрите. Подходим, 20 штук ему продаем, друзья, и получаем 12,5 кусков, друзья, да. То есть вот это самая оптимальная работа. Вот просто запомните, друзья, самая оптимальная работа. Также, друзья,
Напоминаю еще раз, розыгрыш машинки, друзья, вот вы видите на экране, друзья, все ссылочки в описании есть, группу ВКонтакте заходите, выполняйте условия, все будет замечательно. И, ребят, еще хотел напомнить, смотрите. Как вы видите, друзья, вы собираете помимо хлопка еще и краситель, друзья. У меня, кстати, машина в машине есть 100 штук, один стак. Друзья, краситель продается по 20 тысяч. То есть 100 штук, друзья, это получается по 20 тысяч, это 200 штук, друзья. 200 тысяч вы можете просто поднять. Я шучу, стоп! Если, подожди. Нет, 2 миллиона, друзья. 2 миллиона, прошу прощения, я не так посчитал. 2 мульта, друзья, вы можете поднять, серьезно. Вообще без каких-либо проблем. Без каких-либо проблем, друзья. Это очень важно, учитывать то, друзья, что чем больше денег ты зарабатываешь на родине, тем лучше на самом деле. Но, друзья, не забывайте, пожалуйста, еще раз напоминаю, что чем лучше вы больше, чем больше, друзья, вы работаете, тем лучше всегда будет. Но, пожалуйста, не забывайте, друзья, что я всегда раздаю деньги, я всегда могу помогать людям, мне это очень нравится, потому что пацаны, которые новенькие заходят, это всегда, друзья, обидно, что они, блин, стараются, они работают, да, получают гроши. Да, друзья, то есть пока действует такая тема, друзья, что почти по 700 рублей можно продавать хлопок и лен, друзья, заходите, пожалуйста, вы его обязательно продавайте здесь, в принципе, можете сильно не ездить на рынок, друзья, но если цена падает ниже 400 или даже ровно 400, да, там 410, к примеру, вы, друзья, можете спокойненько брать, друзья, и просто по доброте душевной валить на центральный рынок, друзья, и там все это дело продавать. Итак, ребята, смотрите, я потратил ровно 3 минутки и собрал, друзья, без вот этого куста 60 кустов. Друзья, сейчас я этот дособираю, будет ровно 70 кустов, друзья. Не забывайте ставить лайки, подписываться. И давайте мы сейчас вот эти кустики, друзья, продадим именно вот здесь, друзья. Именно вот этому Федьке. Просто сольем, друзья, по 620 рублей за штуку, друзья. Потому что я не хочу сейчас лишний раз ездить на центральный рынок, друзья, чтобы сильно не затягивать ролик. Но я просто покажу, сколько можно заработать буквально, друзья, вот, ну, за 5 минут. Смотрите, вот давайте берем ровно там 4-5 минуток, друзья. Я продаю им обратно, друзья, грабли. И продаю 70 штук, друзья. И вот, пожалуйста, 43 тысячи, друзья. Вот, пожалуйста, легкие деньги, друзья. У меня было 70 тысяч, сейчас уже 130, друзья. В сумме мы заработали с вами 50 штук, друзья. 55 тысяч. Это, друзья, очень здорово. Так что, друзья, не забывайте, пожалуйста, заходить. Помимо того, что, друзья, вы получаете денежки, друзья, от меня на Родину РП, вы еще тем самым, друзья, получаете бабки не только, друзья, от Родины, но еще лично от меня в плане того, что я вам накидываю, друзья, ловешечку. Я накидываю ловешечку за промокод и за то, что вы ввели мой ник, друзья. Заходите на Родину Центральный округ, друзья, я буду вам без проблем помогать, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, по крайней мере, друзья, это самая адекватная работа на Родину РП. Также, ребят, не забывайте, сейчас перед глазами вы видите у себя, друзья, ролик, как можно зарабатывать в случае того, если вы попали в тюрьму строгого режима. Обязательно посмотри. Всем спасибо за просмотр, увидимся. Пока-пока.